Привет, JP Family, меня зовут Женя Белозеров, и сегодня в Арзавод Механика мы будем играть в Дженгу на выживание. Это развод. 3, 4. Это нечестно вообще. Это обычная дженга, может вам показаться, но нет. Во-первых, у нас, смотрите, супер-мега необычные квадратики-кубики. Но это еще не все. Каждый раз, когда игрок, чья последняя фигурка окажется роковой для нашей башни, будет выполнять наказание. Сегодня с нами играют Даша, Влад, Катя и я, Женя Белозер. У нас есть 4 карточки, которые определят порядковый номер каждого из участников. Ну что, вы готовы тянуть карточки? Естественно. Да? Ну давайте, я буду пользоваться той, которая останется. Кто первый? Давай, Даша, давай, ты первая. Влад. А мне только бы один. Катя. Ну, это центральная, как бы. Последняя мне осталась. Готовы открывать? У меня номер 4. Так, номер 1. Даша начинает. 3. И... 2. И 2. Даше легче всего, на самом деле. Потому что первому, как бы, башня еще целая, все хорошо с ней. А завершающему, ну, я, как бы, как видите, да, лох — это судьба. Давайте играть? Поехали. Поехали. Так, Даша первая. Неплохо получается. Ну, начинать хорошо. Так. Катя. Давай сразу, чтобы задание выполнять. Задания такие, кстати, интересные там. Увлекательные конкурсы, турниры. А ты именно очень сильно не хочешь, да? Я не хочу участвовать совершенно. Ты же это знаешь. Так, ну пока хорошо идет. Просто до меня еще очередь не дошла, потом все завалится сразу. Хорошо. А можно прям так сверху? Ну, самое главное не взять отсюда. Верхняя, главное. Так, а вот это он мне подосрал сейчас, потому что надо было вот так вот положить ее. Да? Ну, конечно! Так, я надеюсь, со мной все будет хорошо. Yes! Как, вот как теперь это? Ладно, пусть будет вот так вот. Ну что, Даш, твоя очередь. Первый круг пройден. Пока все хорошо. Ничего хорошего. Подожди, вы заметили, что когда мы ходим, она трясется. Давайте не будем западло делать друг другу. Давайте. Спасибо, Жень. Спасибо. Ты ждешь, чтобы все обрушилось до того, когда придет твой ход. Все, я не прыгаю. Я молчу. Не дышу. Выдуваю обратно. Так. Так, ну пока хорошо. Вот, смотри, видишь, Даша молодец, Даша правильно сделала. Да, физмат. Я гуманитарий, это не про меня. Так. Что, все какие-то молодцы, да? Пока все идет хорошо. Влад, ну давай ты, нам нужен экшен, нам нужен экшен. Давай вот так вот. Ты видишь? Она очень кривая. А мы, кстати, знаете, что мы ее неправильно строим? Тут же 4 должны быть. Да, да. Просто тут надо было перевернуть. Ну ладно, так интереснее даже. Можно ставить как хочешь. Бери любую. Может, это? Давай ее. Она, видишь, прям супер легкая. Так. Ну все. Я вот эту пойду. Она, мне кажется, она прям так и просится. Так и кричит. О, нет! А я дотронулся. Блин. Так, спокуха, стой. Стой на месте. Стой на месте. Давай договоримся с тобой. Давай, все будет хорошо. Это Женя. Сейчас приду. Все, осталось поставить ее на место. Она отвратительно стоит. Вот так. Вообще ужасно. О, кстати, да. Мне кажется, или у тебя проблема? Мне тебе не кажется, у меня реально проблема. Падай. Да, она реально супер. Падай. Не, мне кажется, справится. Да нет. Она изи, просто ты главное не бойся и быстро делай. Да, конечно. Это знаешь, это ты когда клеишь на ногу себе вот эту штуку, чтобы волосы там депиляцию сделать. Самое главное быстро вырвать и все. Ты была хорошим человеком. Да иди ты. Жалко. Подожди, ты можешь одной рукой делать все, что хочешь. Ты можешь с этой стороны вот так вот пододвинуть сверху. Но я ж не могу двигать пирамиду. Другие не можешь. Нет, пирамиду. Пирамиду нет. Ну вот. Потому что пирамида, она как бы тяжелая, и она в Египте находится. Я считаю, что мы можем уже озвучивать победителей этого конкурса. Так, подожди. Да все. Давай, Даш, ну я в тебя верю, у тебя получится. Не надо верить, уже поздно, ты понимаешь, что уже поздно пить боржоми, как говорится. Смотри, она уже коснулась всего двумя руками. Ну все, все. Итак, у нас есть первый проигравший. Даша прямо сейчас будет выбирать задание, точнее, наказание. Ну что, первый участник Даша выбывает из игры, к сожалению. У тебя есть 3 задания. Ты можешь выбрать одно из 3. Выбирай.
Король селфи. Король селфи. Самое лайтовое задание, которое можно было вытянуть. Ну, блин, ну это хорошо, это хорошо. А что же это означает? Что такое король селфи? Узнаем прямо сейчас. Итак, наказание король селфи заключается в том, что тебе нужно делать самую отвратительную твою фотографию, либо, если она уже есть у тебя в галерее, и запостить ее в Инстаграм. Все ой, просто. Давайте сюда. Это ужасно. Вот, собственно, ее Инстаграм. Вы сможете перейти прямо в него и посмотреть, лайкнуть эту фотографию. А если этой фотографии не будет, можете ее написать: Даша, где фото? Фу, не надо было удалять. Давай я сделаю фотографию, смотри. Не, не вот так вот мое лицо. Нет, просто так. Нет, не надо. А как? Давай. Нет, у меня нет денег, чтобы ходить к психологу, потом травму эту лечить. Женя, ёпарас, это, ну, нет. Эта фотография твоя должна быть. Ну, моя, ну, а какая она должна быть, Женя? Плохая, очень плохая. Ну, вот там, какая, типа, вот не какая? Знаю, может быть, тебя сопля выскочила, и ты такая, о, решила заснять и сделать. Женя, это твоя галерея, ну, у меня такого нет. Пожалуйста. Нет дебильных товаров. Нету, давай сделаем. Вот прямо здесь и сейчас мы делаем фотографию. А, с этой штукой, да, нормально было бы. Да, ты залезешь на барную стойку и начнешь ее облизывать. Боже, она так крутится. Класс. Открой язык. Высуни, представляешь, да? Покажи. Еще. Поверни чуть-чуть голову к нам. Yes. Теперь мы эту фотографию загружаем в Инстаграм. А что мы напишем? Подожди, а можно я в Lightroom чуть обработаю? Что, выбирай описание под фотографию лучше. Давай. Выбирайте. Что мы напишем? Сижу-лежу. Сижу-лежу. Сижу-лежу, окей, все. Это видео выйдет через месяц. Даша опубликовала фотографию, переходите к ней в Инстаграм, ссылка будет в описании. Лайкайте, пишите, что ищите вы от Жени. Ищите эту фотографию. Что ты сделала? Ищите. Зачем ты так сделала? Ну, все, отойди. Друзья, ну а вы обязательно подпишитесь на канал, нажмите на красную кнопочку подписаться, сделайте ее серого цвета. Не забудьте нажать на колокольчик и поддержать это видео своим лайком. Если мы наберем очень много лайков, то подобных видеороликов на канале будет выходить очень много. Ну а мы продолжаем. Итак, у нас второй раунд. У нас осталось три участника. Это я, это Влад и Катя. Кто же будет следующим выполняющим наказание? Посмотрим прямо сейчас. Начинай. Мы посмотрим прямо сейчас, говорит. Нет, в этой игре главное мозг. Мозг? Да, ум. По-моему, у тебя мне кажется, уже все, да? Так, ты уже дотронулась до фигуры, ну, если вот, фигуру в любом случае нужно этой вытянуть. Ну, а я могу с этой стороны ее... Можешь, да, с любой стороны. Ты, главное, вот ты до нее дотронулась, все, это теперь твоя фигура, которую нужно каким-то образом вытолкнуть. Это оказалось очень быстрый раунд. Давай, все будет хорошо. Ты, главное, не паникуй. Я серьезно, вот я Даше говорил, Даша этого не сделала. Надо быстро вот так вот выталкивать ее, и все будет хорошо. Я отойду. Ну, блин, ну все, это конец. Смотри, а что? Мне кажется, или тут что-то... Что там происходит? Против правил. Ну ладно. Пророчество сбылось. Мы посмотрим прямо сейчас, говорит. Это как-то супер быстро произошло. Может, переснимем? Ну что, второй игрок, который выполняет наказание, Катя. Ты расстроена? Нет. Нет? Все хорошо. Это хорошо. Главное, чтобы ты не расстраивалась. А у тебя есть две карточки. Выбери одну. И то наказание, которое ты выберешь, придется выполнять. Поцелуй дементора. Поцелуй дементора. Что это означает? Никто не знает. Но это будет интересно. Давайте. Ну, как ты думаешь, что звучит это такое? Мило. Первое слово звучит мило, да? Знаешь, что такое дементор? Да. Это кто? Это из Гарри Поттера. Там. Из Гарри Поттера? Выдуманное существо. Ну, в нашем случае это выдуманное существо, которое тебе нужно будет поцеловать. А именно, 10 секунд целовать Дмитрия Гордона. Портрет Дмитрия Гордона. Просто фото. Представь, что это он перед тобой стоит, как красивый. Просто целовать портрет. 10 секунд. Да, в засос. Давай, 10 секунд. Да. Раз. Два. Ты уже считаешь? Я считаю, да. Где ты? Давай, раз. Два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, восемь, девять, семь, шесть, восемь, девять, три, два, прости, я не знаю дальше цифры, десять. Ну как тебе?
тебе целоваться с Дмитрием Гордоновым? Понравилось. Да? Дмитрий, да. Напишите Кате, пригласите ее на интервьюшку. Она готова. Мы ее разогрели. Ну что, в третьем раунде мы остались с Владом вдвоем. Кто же будет выполнять наказание, кто же выиграет, узнаем прямо сейчас. Так как я был четвертым, ты у нас под номером 3. Начинай. Да. Запускай эту волну хайпа. Ты помнишь пророчество в прошлом раунде? Я помню, я сразу перешел прям сюда, вот так вот. Потому что там невезучее место, все не проигрывают. Работает. Не работает. Я просто показываю пальцем, кто проигрывает, понял, и оно срабатывает. Просто он не знает, какое последнее наказание осталось, поэтому... Так, ну пока все легко идет. А куда ты поставил? Туда ставь. Извиняюсь. Вот это очень хорошо, она как-то вылезла сама по себе, поэтому я ее вот сюда и поставлю. Кстати, плохо, что я левой рукой сделал, я правша, и неудобно было. Ну, пока идет все на расслабоне, прям на чиле. Оно сейчас рухнет. Это утверждение. Это без вариантов. Зараза. Скажи, так. Если человек остается последний, он же не выполняет задание? Нет, он выигрывает невыполнение задания. Ты как-то прям супер легко это все делаешь. Профессионал. Блин, опять я взял сложную комбинацию, которая... которая хорошо зашла. Пора уже как бы заканчивать с этим. Сейчас, подожди. Не, на самом деле я реально переживаю, потому что идет слушок, что там остались задания просто пиздец. Блин, ну это как-то вообще на изи. Я хотел ее взять, а ты... Воришка. Ну, очевидно, надо какую-то с серединки брать. Да. Обращайтесь, еще поставить, а то я тут... Шутки шучу, а сейчас поставлю, и все упадет. Молитвы кто-то знает? Я знаю. Подписчик, пожалуйста, поставь лайк под этим видеороликом и помоги всем выиграть эту игру, чтобы никто не выполнял наказания. А если и выполнял, то эти наказания были супер легкие, лайтовые. Также не забудь нажать на красную кнопочку подписаться. Если она у тебя серая, ты красавчик. Если красная, это очень плохо. Обязательно прямо сейчас нажми на кнопочку подписаться. Тебе это всего один клик. И посмотри, чтобы палец не отвалился, когда ты будешь нажимать один клик. Я так могу долго продолжать, поэтому, Влад, давай. А ты поставишь музыку церковную? Ты так монотонно говоришь? Легко. Блин. Это моя игра, походу. Так. Пока просто наблюдаю. Наблюдаю, и мне кажется, вот этот вот пассажир очень хочет наверх. Я сюда поставлю. Становится все жарче и интереснее. Кто же? Ребят, вы в комментариях напишите, как вы думаете, кто же все-таки выиграет. Влад? Либо Женя. Вот это прям месиво, вот это интересно. Я уже вижу, что я сейчас, может быть, проиграю. А я уже смотрю, ты прям ходишь, и она прям трясется. Ей страшно самой. Нифига себе. Это мне фартит, реально. Ну все. Может, сегодня в лотерею сыграть? Подожди. А мне обязательно ставить сюда? Нет, видишь, у нас по 3 уже стоит. Все, отлично. Так. Чикс. Смотрю. Тогда что тут смотреть? Вот если бы как-то эпично это повалилось. Кстати, смотри, еще чуть-чуть, еще пару отсеков, и она будет моего роста будет. Это приблизительно 1.10 м. А сейчас было обидненько. У меня есть 2 кандидата. Либо вот этот, либо вот этот. Какого брать, я не знаю. Давайте на эники, беники, ели, вареники. Yes. Я угадал. Этот был хорош. Он хорош, красив, он стройный. Смотрите, как кусочек золота, да? Излиток золота. Я надеюсь, вы уже написали в комментариях, как вы думаете, кто выиграет. Мне кажется, мы близимся к финалу. Угу. Давай еще один разочек, и пусть она падает. Так. Ага, ты прям снизу пошел, да? Смотри, она вообще на соплях держится. А я больше не знаю, тут вариантов как бы больше и нет. А все? А надо было раньше? У тебя нет шансов, Жень, тяни любую. Вот это вот еще быстрее. Блин. Ах, это так приятно. Даже не лучше, буду. Чем ты кушаешь самую вкусную шоколадку на планете. Вот знаешь, типа, это лучше. Но она прям двигается вся конструкция я сейчас. Все, я уже вижу, что... Ты уже видишь наказание, да, перед собой? Просто то, что я сейчас вижу, он ее вытягивает. Нет, все. Жди. Давай, у тебя получится. Еха ты, бурбай, это что вообще было? О боже мой, сегодня точно надо в лотерейку сыграть где-нибудь. Крейсер мне в бухту? А что теперь делать?
Как там, вот так вот танцует, да? Давай, надо завершать уже. На самом деле, потому что я нашел. Ты уже нашел? Все, ты дотронулся. Это не она была? Это не она. Да. А нахер я ее начал? А все, ты дотронулся. А надо было раньше. Ты, во-первых, не шатайся. Ой, бляха, муха. Что происходит? Мне кажется, меня кинули. Она прям супер шатается. Так, все, стой, Женя, на месте, стой на месте. Теперь точно у тебя нет шансов. Как он это так быстро делает? Ты просто здесь убрал, а с этой вес ушел. У нас уже два яруса стоят всего на одной фигуре. Покажи еще раз, вот это вот оно. Да, посмотри на нее с другой стороны. С какой? Ну, с вот этой, тут капец какой просвет. Ты что, вообще не видишь? Вообще не вижу. Щель прям. Где? Оно прям все стоит на ней, ты че? Вытяни, просто вытяни, возьми, вытяни, она нормально. Сперва просто дотронься, все, а потом вытяни. Вы меня не разведете, понятно? Да это не развод, вытяни. Это развод! Она вообще без просвета, она очень плотно держится, все. Самое интересное, что сейчас реально вытянет ее, на самом деле. Катя? Спасибо! Спасибо! Ладно. Надо заканчивать эту игру. И мы закончим на Владу. Катя, включайся. Может, вот это? Нет. Может, вот эту. Она одна стоит. Она самая лучшая. Вот. Можешь не ходить. Влад, послушай меня. Вот, которая, смотри, вот это вот слева, а тебе, для тебя это право. Вот это? Вот это, да, вот это супер. Посмотри, потому что она как раз будет равновесить. Нет, 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 нет. Посмотри сбоку. Вот это вот все упадет. С моей стороны оно отлично. С моей оно ужасно. Если с другой стороны посмотреть, то все идеально. Ладно, тогда вот эту вот самую нижнюю. Как ты не видишь, что оно вообще криво? Да ты в прошлый раз мне тоже так говорил. Блин, вот реально, сейчас я понимаю, что вообще уже нет шансов. Как вы думаете, кто победит? Влад. Женя! Женя! Я буду подсказывать Владу. Я за мужчин с детьми. Я за мужчину, который... Все, конец. Еще детей. Какую? Подожди, еще раз покажи. Еще раз покажи. Вот эту? Да как же ж вот эту? Как вот эту? Если она все на... Просто попробуй. Нет, это без шансов. Оно держится на нем. Держится все. Ты какую говорила? Вот эту? Сколько я еще буду повторяться? Вот эту. А ты как думаешь? Вот это? Я думаю, что Женя выиграет. Но это будет сказать. Но она тебе говорила про эту. Да, про вот эту? Да. Полетит все нахер, тяни. Да, тяни, все будет нормально. А вот теперь надо как-то ее по центру поставить между этими двумя. Как она шатается так? Ну что ты ходишь? Господи, боже мой. Все, молодец. Ладно, блин, я надеюсь, я сделаю правильный выбор. Но мне чисто ради интереса. Я выбираю в любом случае верхнюю, но мне чисто интересно дотронуться до нижней. Хорошо? Я дотронусь, посмотрю, правильно я сделал выбор или нет. Ну как тебе сказать? Это как бы нарушение правил. Я в любом случае, я чисто потрогать. Ну, если хорошо, она легкая, так, то я типа... Да. Это было бы легко. Ой, подожди, это ж я ее, если что. Нет, это все, это фонарь. Как это? Ну, типа, это фонарь. Я сейчас ее завалю. Ты же ее потянул легко. А, я же до нее дотронулся, точно. Не-не-не-не, все. Ту брать нельзя. Почему? Потому что. Почему? Потому что. Потому что и Женя проверил. Так да. Она легко у него. Так ее Женя вот именно, проверил. Я о ней сказал, и я как бы, ну типа. Он ее проверил. Все, она. Из-за этого. Так это нечестно. Она типа все. Это нечестно вообще. Давай я сейчас потрогаю все и скажу их не брать. Я ты выдумываешь спросил, правила. Все согласились. Кто да? Все? Как ты мог подосрать мне все, всю жизнь мне так испортил? Так ты на нее, я на нее, во-первых, постоянно смотрел, ты ни разу на нее не смотрел. Я посмотрел после того, как ты посмотрел. Конечно. Ладно, я коснусь ее. Коснулся. Молодец! Я коснулся ее! Она вообще пипец просто. Ты уже коснулся, все. Да, ты уже в любом случае коснулся. А мог до этой коснуться? Она вообще легкая. Да не с этой стороны. Да почему? Можешь, пожалуйста, посмотреть с этой стороны? Оно все вот так тут сейчас завалится. А ты можешь не смотреть с одного? Что-то какое-то однообразное. Отсюда встань, посмотри. Давай. Все, давай, пальцы. Нет. Плохая идея. Давай, да смотри. Да почему плохая, попробуй. Смотри, тебе нет, надо нет, вот так нет, вот ее нет, выбивать. Выбивать, как я это делал. Нет, Женя, это уже не сработает. Ты ее выбиваешь, и у тебя получается. Ну, можно медленнее тянуть. Катя! Женщина просит помедленнее, пожалуйста. Ну, посмотри. Ой. Стоп. Женя, ты специально вот эту все начинаешь. Класс. Сейчас.
Да нет! А ну снимите нас быстро, снимите. Победите. Некрасиво так стой. Да стой непринужденно. Катя, это было просто восхитительно. Нас не снимали. Снимал он, чувак. А ну, давайте, девочки, как вы думаете, у него есть шанс? Судя по тому, что она прям вот так вот уже на изгибе, это прям жесть. Я вижу, что шансов нет вообще. Хотя мы так говорим уже 7. Я говорю, типа, не, ну это все уже. Ну что, как вы поняли, в сегодняшней игре побеждает Влад. А я же выполняю финальное задание, которое называется «Прыгучий Лего». Мало того, что сегодня я проиграл, так мне еще досталось самое болючее задание, потому что прямо сейчас мне нужно будет 10 раз прыгать на скакалке босиком на Лего. Я не знаю, получится у меня или нет. Не, ну стоять можно. Почти. Готовы? Да. Я нет. Надеюсь, будет не больно. Пять раз есть. Два. Итого 7. Еще 3 раза. Было или не было? Это жесть. Реально больно? Очень. Да? Хочешь попробовать? Не, не хочу, спасибо. Ну что, вот такой вот ролик получился. Надеюсь, вам он понравился. Обязательно подписывайтесь на всех ребят. Ссылочки будут в описании. Также не забудьте подписаться на этот канал. Нажмите на красную кнопочку подписаться. Нажмите на колокольчик. И не забудьте ваши лайки. С вами были мы, Даша, Женя, Катя, Влад. Всем пока. Пока!